Спасатели ликвидировали утечку опасного химического вещества в Челябинской области. К областным спасателям обратилась транспортная компания, которая осуществляла перевозку октана. Как сообщили сотрудники МЧС, емкость, где перевозили вещество, повредилась, и жидкость начала вытекать. Спасатели перекачали октан с одной цистерны в другую, предотвратив утечку. Известно, из аварийной емкости выкачали 24 кубических метра опасной жидкости.